И, господи, как мне было не лень это все писать. Гёте институт за сертификатом. Не спать всю ночь. Сейчас будет математика, я не сделала домашку. Я нашла лучшее решение. Я сейчас иду в библиотеку учиться. Кому это интересно? Всем привет, добро пожаловать на новый выпуск дневника выпускницы. Меня уже 3 недели не было на ютубе, дело в том, что у меня все навалилось сразу. Пересдача экзамена, новые предметы для поступления, работа и все такое. Как я и обещала, в этой части я расскажу о результатах моего экзамена по немецкому языку на уровень B2. Также в этом видео будет очень много математики, химии, биологии и школьных уроков. Оставайтесь до конца видео и приятного просмотра. Месяц января у меня получился очень сумбурным, потому что я была в постоянном поиске новых репетиторов по химии, биологии и немецкому. Если по первым двум предметам у меня удалось найти хороших преподавателей, но по немецкому я до сих пор не нашла учителя, который довел бы меня до уровня C1. Я решила... Ну, не 102 задачи, конечно, но... приблизительно 102 задачи по гидролизу. Я очень сильно разбиралась в этой теме. У меня очень много вопросов к моему учителю, завтра их задам. Вот, и это я писала для себя, чтобы не путаться. Сейчас я начну уже решать 250 задач по химии, которые растворы. И завтра продолжу на уроке, потому что у меня завтра урок во взрослой группе в 9 утра. Вот, и, наверное, я останусь там на вечер даже. Потому что с 9 до 12 одна группа, с 12 до 2 другая группа, с 2 до 5 другая группа. 5 минут назад у меня должен был начаться урок по химии в 9:30 ночи. Продолжение урока ОВР, но почему-то учитель не скидывает нам ссылку. Чтобы спрятать свой страшный вид, то есть пижаму и небрежные волосы, я нашла лучшее решение, надеюсь, просто худи и... Ребята, здравствуйте. Скиньте вот ссылку по Zoom, пожалуйста. Я не смогу создать. У меня будет... потом меня сделайте организатором. Я создам. Мы тут ждем учителя, а я тем не менее пишу биологию. Выделяется в результате нейтрализации OH, исчезает то, что у них не получилось. Это вы со временем запомните, потому что вот самым, скажем, популярным окислителем это является перманганат. Мы решали задачи на ОВР, на уравнение реакции, и честно, я везде ошибалась. Нам сказали, что нужно прорешать вот эти 221 задачу. Ну, не все, конечно, а самые легкие, банальные для тренировки, пока мозг свежий. У меня он уже не свежий. Мне еще надо биологию дописать. Кстати, время 11 ночи. Я пойду, скорее всего, сейчас в душ освежить мозг. Время 3 ночи. Я написала конспект по биологии. На этом моменте я уже под утро показываю, как я делала домашние задания по химии. Я сейчас провела урок своему ученику.
Мне надо на завтра выучить биологию на утро, потом у меня химия в 2 часа дня, и потом вечером в зуме тоже в 9 часов ночи, наверное, будет. Мне нужно сделать домашку по химии, но у меня сейчас, через час будет математика, я не сделала домашку, мне нужно сделать матишу, химию и биологию. А, биологию я написала, надо только выучить это все. Стране Абуали ибн Сина в своих произведениях Китоб Аль-Конун Фитиб, Китоб Ушфо писал множество лекарственных рецептов. Киров Кадыр Закирович, Музафаров Ахрар Музафарович, Коровин Евгений Иванович, Веденский Алексей Петрович. Наоборот. Редкостные дары природы. Редкостные дары природы. Орех, фисташка. Корень, который развился непосредственно из корешка. Хорошо. Он разрастает и другими корнями. Это уже боковые корни. И корни, которые на стеблях и боковых корнях, это придаточные корни. Хорошо. Придаточные корни это на корне. Нет, придаточные корни. Яблоня, груша, персик, внутреннее строение корня. Там, если разрезать корень, можно увидеть зачаточный стебель, тонце. В общем, уже 11 часов ночи, я делаю химию. Мы сегодня проходили очень интересную тему, растворы. Первые 16 заданий — это теория, которую мы будем проходить в самом конце, когда остается, наверное, месяц до поступления. Здесь вот что такое коллоидная дисперсная система, истинная дисперсная система. Это все я решала сейчас, и в классе половину я решала. Вот. Отсюда со 102 уже идет растворы и тема растворимость, то есть растворимость при градусах. Я забыла как бы эту тему, мы еще не проходили ее, мы будем проходить ее на следующем уроке, поэтому в субботу после того, как пройдем, я закреплю эту тему с помощью решения этих задач. Еще сегодня случилось очень важное событие для меня. Утром я узнала ответы экзамена, и я пошла в Гёте-институт за сертификатом. Я получила сертификат B2. За Шпрехен, который я пересдавала 14 января, я получила самый высокий балл из всех модулей, то есть 82. Я каждый день заходила на сайт и проверяла результаты. Я очень сильно волновалась. И утром я встала сегодня учить ботанику и вижу 82. Просто вот этот вот груз, который столько дней у меня был на плечах, он просто упал. Вот. В общем, сейчас мне написал учитель по химии, что нужно срочно отправить ответы тестов первого варианта 2004 года. И я не понимаю, почему я должна решать тесты того года, когда меня даже не существовало. Ладно, это такая тупая шутка была. Но я решала, короче, вот эти вот большие тесты. Хотела сегодня закончить, и я сегодня целый день спала, потому что устала очень сильно. Я не могу найти первый вариант. Я его должна решить, отправить. До 12 часов ночи осталось полчаса. Я должна успеть решить. Я сейчас решила... Ну, вот столько, да? Надо как бы дорешать. И я нашла свою тетрадку по органике. То есть здесь вся теория органики. И просто смотрите, здесь 120 реакций. Я это все знала, а я сейчас уже забыла все. Здесь я переписывала тесты. Это теория по органике, по неорганике. И, господи, как мне было не лень это все писать. И мне кажется, довольно красивый почерк был. Ну, вообще.
Дальше уже идут. Вот ядерные реакции я вообще не помню. Надо повторить. В общем, сегодня я проснулась в 8, планировала встать в 5, побегать. У меня это не получается уже, наверное, целую неделю, потому что я засыпаю в 2, в 4. Сейчас иду в библиотеку учиться, потом иду на химию, а потом на математику. Достаточно давно я перестала снимать видео. Ну, то есть, где-то 2-3 дня я вообще не снимала, потому что как-то нет на это даже времени. Мне надо быстро все писать, быстро все делать. У меня очень забитый график. Тем более, сегодня я взяла еще 2 учеников. Умею себе подпортить жизнь, конечно, но надо увеличивать свой доход, я считаю, потому что я уже довольно взрослый человек, мне 16 лет. Я хочу быть финансово независимой от родителей. Хочу, чтобы у меня были свои деньги. Вот так вот. В 10 я была уже в библиотеке, занималась до часу. С часу до 2 я купила вот такой огромный кофе и поехала на химию. В 1:30 я была уже на химии, я доделала свое домашнее задание, и 3 часа без остановки потом мы занимались химией. Было очень кайфово, потому что мне очень нравится наш учитель, он очень круто объясняет. Несмотря на то, что нас сегодня было, наверное, там человек 30-20, такое чувство, будто он объяснял только мне. То есть я не чувствую то, что мне другие люди мешают. После химии я поехала сразу же на математику. 2 часа позанималась, только что вышла. Не только что, давно я вышла. 30 минут назад. Давайте посмотрим, что можно сделать сегодня. Я могу написать по праву 14 параграф. По биологии можно сделать лабораторку, да? По узбекскому надо делать. Английский надо делать, блин. Мой ненавидимый предмет на данный момент из-за учительницы. Вот этот вот пересказ, я это не буду делать. Параграф 16 по основу предпринимательства можно сделать. Короче, делаем пока эту неделю. Следующую неделю я не буду делать. Просто обычно я делаю 2 недели вперед всегда. Вот. Ну, тут уже побольше. Опа. Биологию надо делать. Короче, делаем 2 недели. Я передумала. Вот такая вот у меня домашка на 2 недели. Ну, это то, что я буду делать. Пока что то, что задали. Другие задания будут задавать в течение недели. Их я тоже буду делать в течение недели. Но пока что есть, то и быстро сделаю. Получу оценки как бы до заранее.
все, история Узбекистана я написала. Такой вот короткий конспект получился. У меня нет желания писать огромные конспекты, потому что я экономлю время. И, кстати, я заметила такую вещь, то, что у меня очень часто меняется почерк. То есть здесь я пишу так, а здесь как бы круглый почерк. А здесь вообще какой-то непонятный. Также тут круглый в основном. Сейчас буду это отправлять в Кундалик. Всемирную историю я тоже написала. Он получился поменьше, чем история Узбекистана. Сейчас я буду отдыхать, потому что устала писать. И буду делать химию, а потом уже снова приступлю к школьным. По химии мне нужно сделать ОВР. Обязательно надо решить 4 варианта 2004 года. Отправить учителю. Я уже сегодня решала в библиотеке. Очень много, кстати, решила. Так, это растворы. Это пока не надо, потому что то, что мы прошли, я решила. А дальше идет как бы тема растворимость. Вот. Это вот как раз последний листочек мне нужно доделать. Вот этот я уже доделала. Здесь 107 примеров задач. То, что я отметила фломастером, это у меня там были трудности. Здесь вот если в черный кружочек я его не смогла сделать. Вот здесь вот есть еще один. В принципе, вот этот весь лист я сделала сегодня в библиотеке. Сейчас мне надо вот это вот докончить и буду переходить сюда, если тут нет сложных вопросов, конечно же.